Всем привет! Сегодня мы будем отгадывать футболистов. Смешанные два лица будут соединены, и нужно будет отгадать. И мы выиграем. Футболистов сборной России. Футболистов сборной России. Ну там не все. Не все футболисты сборной России. Ну это Марио и Джико, по-моему. Марио Фернандес, Джики. Да. Ну Марио точно. Правильно. Подожди, пусть отвечает, ты что, может они запутаются? Скажи, вы уверены? Да, ну, конечно, урод был бы приличный, конечно. Так, ну это Кудряш и Яздой. Это я. Смотри, они просто. Да, да. Да? Да. У нас со Слуцким квизы постоянно, я еще на опыте. Федя Кудряшов, Магомед Яздой. Да, тут тоже скажу ужас, такой пучеглазый. Шуня. Шуня и... Это Шуня, да? Шуня точно, да. Шуня. Так, его, наверное, нет еще, я думаю, второго. Подожди. Может быть, Фомин и подожди, Шуня? Подожди, а этот по прическе? Кто прическа? У нас такой прическа? Кузяев, может? Ну, это не Ахмед точно. По бороде. А лица будут? Нет? Почему они рожи? А это как его... Подожди, ну это вообще очень трудно. Шуня. Шуня, наверное. Шуня? Может быть, скорее всего, да, он. Давай Шуня и Фома, наверное. Ну, я не знаю. Подожди. Второго. Че, подожди, ну давай. Не, ну Шуня железный. Шуня железный. Такое прям, ну, неприятное. Какая отвратительная. Это не ты? Кстати, нет. Чья прическа это может быть? А ну, Дёк, у тебя, блин, глаза. Глаза учитывают. Надо глаза угадать. Чьи это глаза? Ну давай, что, ну ошибемся. Шунин Фомин. Сумма. Ну это вообще нереально, если честно. Ну Шуня Фома, короче, ладно. Это. Ну давай дальше, что он был бы. Посмотри, Гагани. Сумма. Ну, Слава, да? Караваев точно. С кем? Че там с ухом? Борец какой-то. Это что, Хабиб, я его уши сломал. Муж Каравай со мной? Каравай. Да нет, у меня ручки не рахиты. Да. Ну, это фото его, да, наверное, возможно, скорее, да, всего. Но Железно Каравай. Да. А вот кто вот. А, да, голова и это Каравай. И Кузяев, наверное, мне кажется. Ну, да, ну похож, да. Ну, ухо такой же. И пусть Караваев Кузяев будет, да, Федь? Да. Не. Хорош Ахмен. Голова. Блин, нос. Да? Кстати, что-то, ну, он меня прям сбивал, если честно, вообще. Нос нет, со славим нос. Мост и жира. Это мостовой? Да. И жир? Нет? Мостовой Жирков, да. Жирков и мостовой. Да у жира нету щетины у него это там. Как нет? У него пушочек, он еще даже не бреется. Он еще не бреется. Да нет, ты че, блин, жир, ты че? Дюк, ты че? Да не. А, ес. Ничего, кстати, да, такой, да, получился? Кстати, более-менее. Среди всех более-менее. А, может, Юрий Валентинович? Или не похож? Не, Жирков. Жирков? А, ты мне думал, Жиров? Не, Жиров. Да, да, давай. Жиров. Валентинович, да, и Каравай. А, и ой, мост. Не, мост. Каравай. Мост, не. Опа, апелляция. Не. Это просто оговорка была. Забыли, да, Лера. Заболотный, да, Кузяев. Ну вот, не, вот сейчас чемпион среди уродов, конечно. Все, да, Лера здесь похож на Мисута Азилу. Да. Забыли, Кузяев. Не, ну вот, не, кстати, на актера похож на кого-то. Черыш. Денис Черышев, да. А второй? Что с лицом? А Ахметов не будет Ахметов? Да нет, но у него такой нет щетины. Не, Ахметова бы вычислили сразу бы. Не, вот по щетине сейчас можно угадать, кто. И он, и Черышев. Кутеп. Но есть еще варианты? Ну, Черышев 100%, а второй, он на сборе есть, да? Черыш, какой Кутеп? А, Черыш, да, Черыш. И он, давай Черышев, и он пусть. Братан, изи катка. Ай, хорош, а? Дзюба и... Дзюба точно. У нас, в принципе... Да.
Тебе это как комбар. Да не, не, не. Не, подожди, что-то знакомое. Это, по-моему, Жемелединов и Дзюба. Да. Это что ты делаешь? Не, так они же этот, чуть-чуть если посмотреть. По прическе кто? Рифат. Рифат и Дзюба. Хорош. Иди сюда, блин, Рифат лысый, да? Легко. Не, вот этот красавчик. Ну так себе, если честно. Башка здоровая. Кутеп. Кутя. Так. Кутеп? Кутеп, да. Ну и кто? Яхмет, да. Я тоже думаю. Кутеп и Яхмет. И... И Мирс. Кутеп и Мирс. Да. Да. Тащи Джеки. Да. Вот это рожа. Бара и этот. Джанай. Точно? Мне кажется, Джанай. Дюпа, да нет, подожди, а там моего вообще ничего нету. Не-не. Бара и... Ну, нет, кстати, на самом деле, вот видно, что вратарь, вот как будто, может быть, одно лицо? Реально очень прям, вот как будто не монтаж, вот честное слово. Кто у нас? Сослан. Или с... Кстати... Кстати, да, Сос и Бара. Джанай, Железный? Бара. Джанаев и Баринов. Да, блин. Фома и Миранчук. Миранчук и Фома, да. Фомин. 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 А, и это? И Миранчук. Миранчук, да. Да. Миранчук, а Фомин. Какой? Не важно. Они сами не знают, кто у них кто. Абсолютный, просто. Просто от. Это лунь точно. Вот это Лунёв. Это Лунёв железно. Так, а кто второй? Это Лунь утром просто. Если это Луднев и Соболев, да, это будет вообще топ. Я если честно так думаю. Это будет просто Луднев и Соболев. Просто. Лунь и Соболев. Да. Подожди. Соболь точно, да. Соболь точно. Можно потом прислать это. Да давай Луня, что? Поугарнем. Да. Ну давай Луню Соболь. Давай. Комбо. Что-то на Игнатьева сейчас похоже. Да. Кстати, это прям это сиамские близнецы они. Их отлепили года три. Рома. Ну что это? И. Зоба. Что такое? Забнин точно? А что забыл с глазами? И Зоба, да? Кто еще раз? Забнин и Нонштейтер. Семенов. Забнин, Семенов. Петя? Да. Забнин, Нонштейтер. Победа! Точно, Сэм. Победа! А чё? Решили два, да. Чего? Сколько они отгадали? Вы три не угадали. Да. Три не угадали, они три не угадали. Да. Что они сказали, мы бы настроим, мы бы сразу говорили. Да ты там бы! Хорошо. А как так? Да? Блин, ты вообще просто машина. Я все, я понял. Когда вы угадали голову, думаю, там вот там невозможно. Ну когда они Ахметыча не угадали, говорит, ну конечно. Я не угадал вообще. Да, я что-то подумал. Мирс, Кути и Мирс. Повторяюсь, да. Не, ну похоже, честно. Ахмет с Мирзом, я тоже их помню. Не, ну Луня с Соболем тоже тяжело было. Там только Соболя видно было. Мы так ржали. Я говорю, ну такой урон прям. Это тоже так же. Ну ладно, по приколу эти два. Помыть. По приколу, говорит.
Они реально сиамские близнецы. Роды одинаковые. Да, не, прикольная тема, да. Прикольная, да. Стоп, реально состав. Да, посмотрите, вот. Я в честно.